Всем, ребят, привет! Сегодня будет классный видеосюжет состоять из нескольких частей, потому что файлов огромное количество, затем очень много находок, которые я заснял. В общем, не обессудьте, но видео будет состоять из нескольких частей, минут по 15, по 20, по 30, вот, так что, наверное, поймете меня. Что интересно, были классные, просто шедевральные находки. Я бы не сказал, что сенсации, что бомбы, как на предыдущих была двушка 25-го. Но находки очень приятные, классные, так что приятного вам просмотра. Ну, не забываем ставить пальчик вверху за трудостарание. Если не подписан, то подписывайся. Смотрим, будет очень интересно и весело. Итак, ребят, мы идем сейчас к пацанам, которые шурфятся. То есть там Рустик, Михалыч, Аден. И вы знаете, сейчас я угарну. Сейчас над пацанами поприкалывался. Якобы на их шурфе я рубль поднял. И они как бы такие... О-о-о-о. Реакция была, конечно, интересная. Я сейчас это сделаю на другом фундаменте и я запечатлю ихнюю реакцию. Посмотрим, как чего. Ну, я думаю, будет очень весело, когда скажу, что это я его подложил. Так что, ладно, смотрим. Будет интересный сюжетик. Да. Смотрим, ребят, смотрим. Ребят, смотрите, что. Медаль шурфи. Да ладно. Монета рубль. Монета рубль. Да. 1844. Да. Так, берешь манатки свои, разворачиваешься и идешь туда, откуда пришел. Понял? Слышал? Ты прикинь, сейчас Дэн придет, охереет вообще. Сохран вообще бомба. Что ты знаешь, сколько он стоит? Нормально. Ребят, я вот дождался Дэна, который шурфит вместе с нами. Он говорит, что не охереет то, что я нашел. Смотри, что. Нифига себе. Ну? Че, а как будем делить? Это же где выкопал? Вот отсюда. Ты как, так сделал, а? Ты же вот тут же дошел, шурфил. Где, блин? Не дошел. Ну, он оттуда, он несколько цариков Николашку дернул, а это вот. Звезда в шоке, да? Моя в шоке. Моя в шоке. Ладно, короче. Да ладно, мы тебя решили просто приколоть. Это Диман. Диман Еданов привез. На розыгрыш. Ну что, ребят, еще одна находка. Тут вот, ребят, пасутся коровки. И я своего Кинга закрыл в машине. Реагирует он неадекватно на такое крупно рогатое, здоровое, первый раз видит коровок. И вы знаете, вот так вот выпала царская монета. Это сегодня уже третья царь. 1913 Николай. Пацаны там шурфят. Моя бригада вон Михалыч. Вторая бригада там. Вон девушка ходит. Оля. Ладно, продолжаем. Кстати, продолжаем. Вот смотрите. Находки. Ложка. Вот эта пятнашка. Именно за которой я зацепился. Были два еще советика, пуговка, именно с этого шурфа. Ладно, а, кстати, в кармашке еще. Вот она, еще одна красавица. Так что, ладно, продолжаем. Итак, ребят, Михалыч нашел вот паспорт. И что вы думаете с паспортом? Конечно, данных тут нету, не найти. Вот здесь вот были данные сзади. Это загранпаспорт. Имеется выезд.
за границу. Дата штамп Курумыч 18, 22.05.2009 год. Ребят, в этом году я еще на этом КПП служил. Я был еще в этом. Офигеть. УСА. Охренеть. Я, к сожалению, не помню, 18-м, под 18-м штампом кто работал, к сожалению, не помню, кто за военнослужащий. Охренеть, вот это да. До аэропорта Курумыч 150 километров. Ладно. Продолжаем. Уже вечереет. Одна машина уже уехала. Че, нашел, Димча? Да. Че, показывай. А2, что-то вкусняшка? Мелко. Вкусняшка? Что-то мелкое, А2. А2. Денежка, наверное, да? Там одна вторая, может. Или одна четвертая. Я даже не вижу без очков. Сейчас я еще консервы. Я же говорю, денежка. Денежка? Ага, 1855 год. Денежка. Вот кран. Кран. Охренеть, денежка. Приятная монетка. А2. Канина, патроны. Канинка вот. Красивая такая резная. Это замочно-скважина, походу. Щуп, или... А, нет, мне кажется, канин. Оставите его. Все. Ты что, уезжаешь? Да. Ты же говорил, я останусь, блин. Я что-то посмотрел тогда на Рустика. Он пьет пиво. Мне пиво захотелось. Поеду домой сейчас. Ведро пива, блядь. Да, Кингуль, а мы останемся еще одну ночку. Можешь фотографировать? Еще одну ночку. Да, давай, сейчас покажу, что-то наковырял, нашел. Ну что, ребят, сегодня у Дэна немного. Вот такая вот трешка николаевская. Копейка николаевская. Еще одна копейка николаевская. Копеечка. Александр вроде. Копеечка. Двадцатка. Еще царская. Ну, царики есть, я скажу. О, игровая царская. Какая-то. Конечно. Не разглядеть. Так, что здесь? Пятачок. Ну, в общем. Нахабарил. Ну да, так неплохо, в принципе. Вот это вот серебро, ребят. Имеется проба. Че за проба, да? Смотрел? Я не рассмотрел. Ну, блядь, 86-я, что ли, да? Или там какая? Это запонка. Ножичек. Маленькая штука. 1856 А2. Ну. Рустик там стонет. Так, это у нас серебро. 10 копеек. Ай, блин, комары. Зажрали меня. В общем, как-то вот так вот, ребят. Не считал сколько, да? Нет. Ну, ребят, достаточно. Наверное... Монет 30 здесь точно есть. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Неплохо. Ну что, ребят, долгожданная находка. Находка в виде круглого, зелененького. Я хочу сказать вам, только что Диман... Ой, Женька приехал, представляете? Уже темно, а он только приехал. Всем привет. Это тот фартовый, который поднял на прошлом копе редкую, дорогую монету. Какую вы, наверное, уже видали, кто следит. Копеечка, 2 копейки 25-го была. Сейчас у меня монета выпала николаевского образца. 3 копейки. Год 1903. Вот такая монета. Уже копаем при фонарях. Да, мальчик ты мой, блин, устал, да? Все, успокойся. Итак, ребят, полномочия я отдал своему модератору. Он мне помогает на стримах, но и теперь будет помогать мне на шурфе. То есть я буду снимать. Ребят, был сигнальчик достаточно хороший, бодренький. Пинпоинтер отыскал. Вот она, монетка. Так. Вот монетка, ребята.
А почему я ее начал снимать? Она, смотрите, какая желтая-желтая. В этом месте, именно буквально где-то метров 200, находили ребята золото. А именно Николаевская. И когда вот это вот в темноте появляется, именно смотрите, какая патина, какая она блестящая. Сердечко начинает ёкать. Но это всего-навсего трешка 29-го года. Вот такая вот зачетная. Вот так, ребята. Шурфим, продолжаем, находки есть. Смотрим. Александр. Итак, ребят, у нашего фартового Женьки, советики там было, ну что-то интересное я вам хочу показать. Были советы, но дай-ка. Так, это у нас что? Это Николай II, 1-2. Год, наверное, 1898, наверное. Это самый распространенный год. Ну, среди них есть и дорогие экземпляры. Есть одна, кстати, так. Да, 90 какой-то, ребят. 1-2 копейки. Прикольно, прикольно. Маленькая, зачетная, маленькая царская монетка. Вензеля бодрые. Вот такая вот монетоса. На, держи. Ну, ставим лайки. Да. Надо шурфить. Вот второй шурф у меня в этой жизни. Первый в жизни был шикарен. Да, 98-й, да. Все, давай пивка. Я же хотел Женек там откопал. Думали царская, оказывается, что там, ну-ка. Копейка. Копейка. Я уж хотел офигеть. Думал, 25-й. Да я вообще охерею, если, блядь, будет 25-й. Нет, 24-й, Саш, по-моему. 24-й? Ага. Так. Да, 24-й. Хорош тебе вред. Это. Не может быть такого, чтобы, блин, каждый коп 25-го вытаскивал. Да. Ну, может, судьба у меня. Копеечка 24-го, ребята. Ну. Ребята, у меня, смотрите, какая засыпка. Вы охренеете, у меня одни кости. Кости вообще прям кругом кости. Вот только посмотрите, у меня кругом, ребят, кости. Кругом. Смотрите, кругом кости вообще. Вот куда ни глянь. Идет вот такая сопутка. Керамика. Керамика также. Ой. Керамика, вот, смотрите, какая. А две бутылочки я вам не заснял. Вот они. Две такие красавицы выпали тоже. Ажурная вот такая вот. Посуда идет. Вообще красивая. Офигеть. И вот такая вот тарелочка. Не часто такие предметы выкапываешь. Вот, как-то вот так вот, ребята. Стекляшечки зачетные. Костей до хрена. Да ладно. Да там не там. Чисто сигнальчик, посмотрим, что. Ладно. Итак, ребят, слышали, да? До этого он поднял царскую копеечку, я не снимал. И сейчас говорит, Сань, снимать будешь онлайн? 90 четкий вообще. Давай выкапывай. Причем она не глубоко ведь лежит. Сейчас рубль по нему на. Не, зачем? Может, так не делаю. Изменился сигнал? Нет? Чуть понизился 80. Ну-ка. 80. Она должна. Давай. А, да. У тебя пин есть? Давай пину. А, сверху здесь лежит. Что-то не маленькое. Ой, ёпты, это зажигалка, бля. А я не находил еще такие. Это зажигалка. Бензиновая зажигалка, ребят. Сразу по орнаменту вижу. Здесь должен быть, в центре должен быть цветочек. А здесь круги. Цепи в лопаты, видишь? А был бы рубль, блядь. Это был бы рубль, ты бы охерел бы. Это зажигалка, так еще не накалил. А если был бы рубль? Классно, мне нравится. Бензиновая зажигалка, здесь вот два штыря еще. Ага, это советская получается, да? Ну, ранее, да, советская. Слушай, ну классно, мне нравится, я доволен. Ну, у меня вообще классная находка. Когда прикольная сопутка. Когда сопутки идут, это всегда классно. А у меня, ребят, помимо сопутки, вот такой вот, ни хрена монет нету. Сопутки прибавляются, там уже... Хрен знает, сколько стекла, а вот монет нету. За все время там Женька, по-моему, 4 монеты подняла, а я ни хрена. Или 5 уже. Ладно, продолжаем. Ребят, я взял камеру и иду к Жене, чтобы ему отвешать люлей. Ребят,
Я вот отсюда, ребят, вот отсюда копаю вон туда, вон, видите, где лопата торчит? Ни хрена нет монет. Он вот здесь вот уже надергал, хрен знает сколько. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, блин. Я часик всего копаю. И я ему говорю: Жень, вставай сюда вот. Здесь классно, короче, блин. И вот смотрите, что, блин, откопал. Пом пол копейки. Сзади большая СССР, видишь? Классная монета. А спереди не видно. Чисто. Да, это пол копейки с СССР. Если 28-й будет, я им действительно дам леща, блин, ребят. Беги в темноту, чтобы мы тебя не увидели, фонарь. По-моему, 25-й, если не ошибаюсь. У него двушка 25-го есть, а теперь пол копейки 25-го. Самый распространенный. Ну, не знаю, ребят. Любая, она так классная, быть, я мечтал. Может, убита. Да. Я мечтал. Ладно, супер. Держи. Ставим лайки, красавчик. Вот шуф приносит. Маленький. Ай, комары меня, ай. Ай, комары, блин, прям в лысину. В мою седую лысину. Здесь у нас сегодня Михалыч в виде, у нас зрителя. Диман тоже. Он верховик, никогда не шурфит, и он зритель. Рустик присоединился к нам. Опять что ли что-то? Пуговичка. Ну, походу. Ну, один был пуговичка, а что-то сигналит. Я мечтаю. Да что ж такое-то? У меня это, у меня левая послабее нога. Сейчас в сандалию. Вставай сюда. Сюда откидывайся. А точно. Закапывай. Мы будем археологами не по раскопкам, а по закопкам. Ну-ка. Сейчас скажут. Сейчас скажут, старые глумятся. Не, ну он не он звенел-то. Не он, да, вроде. Слушай, ну прям интересно даже уже. Даже мне уже интересно. Бывалому человеку, да? Ты сколько копаешь уже, Диман? 12. 12 лет даже Диману стало интересно. Чего ж там ешь твоя? Ну просто интересно. Да. Особенно когда ходишь рядом, отдыхаешь и смотришь, как работают другие. Блин, как комары задали. Облом. Ну ладно. Она не могла звучать. На старуху тоже бывает. Да, слава тебе яйцам. А то я уже... Но а ногу. Мы выдохнули. Но ногу приготовил уже. Мы выдохнули так. Ладно. Да. У того опять что-то сигналит. И я наконец-то, ребята, копаю, выбрасываю туда. Но про это я забыл совсем. И решил прозвонить. И что вы думаете? На прозвонке Атана. Двушка царская. Я даже год, наверное. Сейчас разгляжу. Так, год. Нет, год не разгляжу, наверное. Ну, монета в бодром сохране. 15-й. 1915 год. Николай. Рустик у нас копает. А Диман... Диман прозванивает. Ну, а куда деваться? А куда деваться? Куда деваться? А куда деваться? Рустик любит копать. А что такого? А Диман любит по верхам ходить. Вот он и ходит. А что такого? Вот он и ходит по верхам, да, Дим? У тебя там, Жень, что сигналчик был? Верхние низы. Шмурдяк? Ладно, хорошо. Тандем. Ну, ребята, вот такая вот приятная монетка. Тут у нас небольшой бардак, ребята. Вискарь. Тут за каждую выкопанную монету, ребята, вискарь хреначит. Ладно, копаем дальше. Александр вот передал бразды правления мне. Поснимай, говорит, поснимай. Залезли вот в шурф к товарищу, сигнальчик у него засвечивает только. Гвоздь. Ну ладно, он что ли не может быть, чтобы он сигналил гвоздь. Ну-ка, звони еще. Я же говорю, его. Парни все копают при фонариках. Александр куски грунта рвет. Около печи, ребят. Дим, покажи это. Куски лампадки там, блин. Да, выкопали. Слушай, не видно ничего.
А, у тебя фонаря там нет? Угу. А, вот, подожди, вот сейчас. Ну, вот откопали. Гребень покажи. Блин, гребень классный. Вот такой вот откопали, классный, целый. Целый, все зубья на месте. Завтра почистим, посмотрим, может рисуночек есть какой-то. Латунь. Латунь, да. А это вот от лампадки. Скрученные в кольцо, скорее всего. Ну и вообще даже был какой-то церковный дом, потому что смотри, вся, смотри, вот, керамика. Фонарик, да, может быть. Фонарик вот, засвечивает. Русь-ка. Русь, а это лопат, наверное. Ладно, сигнальчик будет. Включимся. Итак, ребята, в общем, Диман. Ух ты, блин, Диман впервые залез в шурф. И смотрите, что он откопал. Думал, да ладно. Да он сзади даже с крепежом. Да. Охренеть.